Начать новый учебный год в обычном режиме. Все школы Новосибирской области к 1 сентября должны быть готовы к привычному очному обучению. Такое поручение сегодня дал губернатор Андрей Травников. Поручаю Сергею Владимировичу Федорчуку совместно с Роспотребнадзором, другими органами власти региона проработать рекомендации, сформировать план мероприятий, который нам необходимо реализовать до 1 сентября. Установка остается прежней. 1 сентября мы начинаем учебный год в обычном режиме, то есть очно, не дистанционно, но с выполнением необходимых мероприятий, которые бы обеспечили достаточный уровень безопасности детей и педагогов.